Дорогие друзья, мы живем в очень странное, удивительное время, когда весь мир ушел в виртуальное общение, и мне пришла идея в голову, к сожалению, очень поздно, что надо как можно больше сохранить память о всех тех, кто создавал школу русского балета, кто здесь служил в этом здании, кто вообще служил балету и является по-настоящему олицетворением высокого искусства. Потому я начал общение со всеми выдающимися личностями, которые, слава Богу, сегодня здравствуют и могут рассказать о том времени, когда они пришли в балет, когда они стали здесь учиться и кто на самом деле являлся их педагогами, кто создавал их внутренний мир, кто создавал репертуар и кто по-настоящему создал то удивительное понятие «великий советский балет». Императорское театральное училище, которое сегодня носит название Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, за эти 280 с лишним лет выпустило огромное количество выдающихся людей. Но что самое важное, здесь учили не только танцевать, здесь учили когда-то и петь, играть на музыкальных инструментах, но со временем появились и новые профессии, такие как, допустим, балетоведы, стали учить концертмейстеров. И вот об этом всем наш рассказ, о всех тех людях, кто все это создавал. Для меня театр, школа, вообще искусство – это прежде всего люди. Те люди, которые не просто работают, а прежде всего служат. Служат идее, служат высокому пониманию искусства. И вообще меня с детства учили, что никогда нельзя говорить, что ты в театре работаешь. В театре только служат. А школе и нашему делу по-настоящему можно только служить. И вот все наши рассказы, все диалоги, все воспоминания – это прежде всего об уникальных персонажах, об уникальных людях, которые свою судьбу навсегда связали со служением великой школе, со служением великому искусству и, главное, со служением идеи. И вот на мою долю выпало удивительное счастье встретить выдающихся личностей, которые во многом сформировали мое понимание о прекрасном, о профессии, о том, что я должен делать в жизни. Но, на удивление, многие из всех тех, с кем мне приходилось работать, учиться, дружить, это были так или иначе люди, которые были выходцами с улицы Зодчего Роси. Меня сюда судьба привела в удивительном качестве, в качестве ректора. Но, несмотря на то, что вот идет уже 8-й год, все равно, входя в эти стены, я себя чувствую ребенком, чувствую себя всего лишь навсего человеком, который пришел сюда учиться, да, получать совершенно другую профессию. Профессию, которая должна сохранить все, что здесь создано, приумножить и позволить этому существовать дальше. Как говорил величайший танцовщик 20 века, руководитель многолетний и Мариинского театра, и школы, что это здание прежде всего замок спящей красавицы на берегу Лебединого озера. Для меня это является именно таким. И вот я хочу вспомнить всех персонажей, которые наполняли этот замок.